Что тут пишет, хотели? Я исчез, нет? Или стою у тебя? Да ты исчез, у тебя глаза были черные. Да я знаю. Так, сейчас я тебя кину. Я ебал какой-то пацану. У меня глаза пришельца. Я не понимаю, блядь. Я его не добил красиво. Давай. Коннекти. Че нам Симон дает? Миссия. Богачи в Ричмоне. Если финансовый кризис нас чему-то научил, то тому, что у богатых тоже проблемы с кредитами. Что и у бедных. Один тип из Ричмона взял у меня две дорогие машины. Теперь тебе надо забрать их и вернуть в салон. Думаю, у него охрана, так что без помощи тебе не обойтись. Без помощи Глюча. Глюча на сложность забыть просто. Бля, я уже нажал, чё. Бабки! Ты проебаешь мои бабки! Баблосики. Забывай по сложности. Ты с топором от первого лица. А где ты? Че, машина отремонтирована? Нормально. Че, поедем твой? Поехали мои. Ну, постелс. Слышь? Это оружие незаметности, кстати. Так, от первого лица что-то. Ну я от первого сижу. Сел. Будем страдать. Ну если не пройдем, то получимся. Прикольный это самый, да? Граффити. Граффити. А? На стене. Че это за персонаж? Просто торчок. Едем по светофору. Так, нам красный, зеленый, куча светофоров заебали. Ездил, блядь. Едем по черному району, блядь. Да. Это что? Отрывчик. У меня есть УЗИ, я уже не горшу. Пацаны едут в это отдело, блядь. Ступайте нам дорогу. Кому сигналю? Видно, как я кого пошел? Да-да-да. Так мне нельзя отвлекаться, водитель. Блин, я хотел нарисован, кстати. Да, он, где? Налево. Нет, назад, Саш. Слева на доме. А. Фотомодель. Чего? Че, блядь, двери что ли? Музон выключи. Че святого, блядь? У людей. Бля! Че, не видел, я еду. Скот. Я отъехал, понимаешь. Почти на свой свет. Вот тут черный, блядь. Просто такой. Опа. Я с топором. Давай, постолся там. Пистолетами будем? Пистолетами, давай пистолетами. Давай, цепал. Только надо не пистолет взять. За глушаком. О. Не, вот так. Бля, а как добраться? А, вот. Где это пускает? А! Ну что, до ворота было заехать, не? Сейчас вот. Я внутрь, попробую. Короче, запрыгнул. Да? Да я постол. Тут дверь была справа, прикинь. Через которую можно. Катачка, где? Да, взломайте панель, надо панель взломать, пацан. Чё? Давай.
залезли. Я постелся, блядь. Я постелся, нет? Ты вот эту панель взломать? А, да. Взламываю. Пытаюсь. Пока ничего не взламывать. Открою. О, во, мой компьютер. Давай. Чё ты там циркаешь, срынкаешь, блядь. Тебя можно убить. О, ну вообще легко взламывается. Вообще без напряга. Что? Бля. Зачем он взламывает? Машина тебе нужно было выехать? Не знаю. Да, наша машина не проедет через дверь, блядь. Так мы-то внутрь попали один хер. Не, ну так а как ты выйдешь на машине? Через дверь, через калитку. Да. Бомб. Дел, что нужно и все. У меня на пистолете даже написано, как это, блядь, нарисован знак F. Бомб фуер. Фуер, блядь. Угоните машину. А, надо угонять. Воу-воу-воу-воу-воу. Что-то красные появились. Он война, вижу. Шурик, война, блядь, пошла война. Вижу. Ебать их там. Hold back. Это уже пошла мазута, короче. Менты, блядь. Сука. Вертолеты. На тачке брать. Я сажусь в машину, чувак. Давай. Я в эту, во вторую. По две надо. Бить от полиции. Так, ну тут, по-моему, надо это самое убирать. А, менты, блядь. Рассыпную. Машина-то, ёпты, не моя, пацаны. Каждый за себя. Не стреляйте, блядь. Нахуй ты стреляешь-то, ёпта. Машину чужую поведите. Так, отрываюсь как могу. Это рядом, по-моему, метро, блядь. Тебя нахуй на изичах должно включить. Я по трассе от них. Я в метро, короче. Поехали в горку. Это была не очень идея. Хотя нет. Тяжело ехать с первого, не? Я сейчас от этого поставил, а ты так не уйдешь. Я так и знал, что ты сдашься. Я с первого. Их тут слишком много. Блядь! Я тормозил. Ты тормозился? Не, пока нет. Блять, я наспалил, падла. Можно падать. Давно я не видел. Прикольно, он берет рукой, дышит. У него что-то открыто, банк. А ты в метро сейчас стоишь, да? А, я в метро банк открыл. Я, бля, уже вышел из метро, короче. В метро имба. Дай на тебя наведусь, поеду тоже. Как я натарюсь от них. Да, это вертолет. Три звезды, вертолет. Видишь, короче. Ты медленно не бегает, по-моему. Сэр, заебался бежать. Или это какой-то визуальный. Конечно, долго.
Ладно, я поехал. Запомнил до метро? Да, я к тебе уже подъехал. Давайте. Так, иду в метро. Сбрасывать этих говнюков. Че, мент сдох? Хорош. Террорист в метро. Это наш альма-матер. Чувак такой достает телефон и хотел меня сфоткать. Совсем что ли попутал? Совсем это, блядь, ошибка. Да, это была его ошибка. Роковая. Она стоила ему жизни. Последняя фотка в его жизни была. Так, ну все. Шкерис тут. Звездочки-то замигали. Я бодрый музончик сыграл. Я подъезжаю. Не, от первого лица вообще по-другому играет. Блять, тебе надоело третьего бега. Бля, зря я подъехал. Мусора не отстают. Никак. Терпи, казак. Позвоните, интересно, можно? Сейчас. Ебали с ним тут. Блять, поезд. Пришлось усыпить даже нескольких ментов. В метро уже. Давай уже сбрасывайтесь. Нету тут никого в метро, нету. Наконец-то. Все, возвращаюсь к машине. Долго сбрасывалось. Долго. Нет у меня никакого оружия. Я мирный человек. Вот тут женщина стоит. Товарищ милиционер. Не я. Женщина стоит. Не, я немножко пнул. Что такое? Мерзкая шлюха. Чувак, иди сюда, я уже заебал стоять. Не, я не убиваю. Я так попинал ее. Так, где моя машина-то стоит? What the fuck? Все, я поехал. Шмаль поставит. Аминь, Гарри.
Я почти. Почти на месте. Слушай, я не могу поставить. Давай, давай, под это, подъезжай. Так я все. Не, а я не могу, у меня там желтое это самое. Можешь залезть в нее? Я просто из нее выкинул с машины. Подъехал, у меня сам вышел. Странно. А, нет. У меня тут желтое горело. А, вот я сел. О, все. Все. Вот он. Interesting. Interesting. Well done. Задание пройдено. Мы молодцы. 10 тысяч. А могли бы получить 18. Могли бы, но не получили. Ладно, я думал, я больше денег.